В этом году столичная школа ждет небывалый наплыв первоклассников. Чтобы все дети сумели сесть за парты, администрация столицы принимает ряд мер. Подробнее в нашем материале. По статистике Управления образования администрации города Чебоксары, количество первоклассников с каждым годом увеличивается. В 2019 году первый раз в школу должны пойти 7300 детей. В связи с увеличением количества первоклассников в отдельных школах, это первая школа, 6-я, 53-я, 56-я, 61-я и начальная 2-я школа, будет открыто максимальное число классов от 7 до 10 классов и с общей численностью до 300 первоклассников в каждой школе. С 30 января по 30 июня заявление можно будет подать в 56 школ столицы Чувашии. Для этого родители должны самостоятельно заполнить данные на портале образовательных услуг или обратиться в общеобразовательное учреждение в соответствии с территориальным закреплением, которое, кстати, тоже меняется у некоторых школ. В День знаний этого года свои двери откроет и второй корпус гимназии номер 5. Это школа в микрорайоне Волжский 3. Здесь планируется открыть до 8 первых классов. В настоящее время уже собрано 207 заявок от родителей детей, проживающих в микрорайоне.